Добрый вечер. Здравствуйте, товарищи. Отчет о работе сессии Верховного Совета СССР вы увидите в нашей программе. В избирательной кампании наступил важный этап. Сегодня в стране началось выдвижение кандидатов в депутаты Верховного Совета СССР. И о выполнении плана в 1983 году о государственном бюджете СССР стали неотъемлемой частью нашей жизни. Нефтяники района, как и все советские люди, единодушно поддерживают и горячо одобряют положение и выводы, содержащиеся в тексте выступлений генерального секретаря ЦК КПСС товарища Юрия Владимировича Андропова на декабрьском пленуме ЦК КПСС. Определены задачи партийных, советских и органов, общественных организаций, всех трудовых коллективов в борьбе за успешное выполнение. Сегодня в Москве, в Большом Кремлевском дворце, открылась 9-я сессия Верховного Совета СССР 10-го созыва.